Фяров. Не надо было избавляться от шайбы, тем более рядышком находился Шрёдер. Хайрулин на скорости. Бросок. Гол. 3-1. Ну вот так нефтехимик забрасывал. Потеря Жаперова в зоне атаки. Хорошая скорость позволяет Хайрулина выйти на бросковую позицию. Ну, здесь, конечно, вопросы к Линбеку. Если в прошлый раз ему повезло, когда бросал Бергу, вы обратили внимание, человек-то не полетел в притирку со штангой, она пошла как бы под Линбека. А он-то и в тот раз не успевал. Там сложнее было. На Лясинского надо было предугадывать. Он ловко сбросил. Ну, а здесь видит шайбу Линбек и вроде бы вплотную приближается к штанге. Вроде бы так и получается. Вроде бы. Вплотную. Стой. Марат Хайрулин.